Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 13 по 18 октября. Ну что, поехали! За первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику бок о бок 5 раз. Для этого необходимо просто обогнать соперника на большой скорости на достаточно близком расстоянии. За второе испытание можно получить 3 призовых игры и 35 тысяч опыта. Для этого необходимо завершить 3 гонки на ретро Маскл Карри, что отлично дополняет следующее задание, за которое можно получить 120 тысяч кредитов. Чтобы это сделать, необходимо просто завершить чемпионат. Последнее испытание – это победить в уличной гонке на автомобиле Ford Crown Victoria. Он входит в набор машин The Smoking Tire, который стоит 469 рублей или 199 за машину. Ну а приз за данное испытание – Porsche Flying Lizard GT3. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь поддержать лайком и удачи с выполнением заданий.